Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, сказал Степан Аркадьевич. Ну тогда это нам, братец ты мой, устриц 2 или мало 3 десятка. Суп с кореньями, принтоньер, подхватил татарин. Но Степан Аркадьевич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанье. Анна Каренина, Лев Толстой. А вы знаете, Иван, что принтоньер означает весенний? Да, Артем, знаю, и поэтому весной мы сейчас его приготовим. Мы начнем сварки нашего бульона. Все как обычно, мы закинем в холодную воду наши косточки. Я взял грудинку. На печку мы кладем запекаться наши овощи, чтобы получить красивый золотистый бульончик. Сейчас мы начинаем резать наши овощи. Вы почистите корень сельдерея. В рецепте вообще указан репа, указана, да? Но мы решили немножко изменить наш рецепт. Репу сейчас трудно найти, да, мы возьмем корень сельдерея. Он, в принципе, похож по структуре, но по вкусу, естественно, немножко другой. Я пока нарежу перец. Мы убрали нашу пену. Убираем ее до конца. А сколько бульон, в принципе, должен покипеть? 1,5-2 часа минимум. У нас есть сельдерей стеблевой, помимо корневого, да. Его мы немножко почистим. В нашем супе не нужна будет никакая пассеровка. То есть у нас не используется лук репчатый, да. И пассеровать мы чего не собираемся и будем все класть сырым в наш суп. То есть суп весенний предполагает все свежие овощи без обжаривания, так скажем. Артем, мы начинаем резать наш сельдерей такими же примерно брусочками или ломтиками, как резал я до этого перец. Так, и мы сейчас начнем резать нашу капусту, отделять ее посегментно. Мы нарезаем наш лук-порей. И суп должен получиться насколько густым? Ну, это уже по желанию человека самого, да. То есть его можно сварить таким суп-гуляш, можно назвать, да. То есть положить очень много ингредиентов. Опять же, можно его сварить легким, да. То есть вообще минимум овощей, такой больше бульонистый такой вариант, да. Бульон наш сварился. Мы сейчас пойдем его процедим. Вот, и приступим к закидыванию наших сырых овощей туда. Морковь с сельдереем корневым, они более плотные овощи, да, то есть им нужно повариться. А сельдерей стеблевой, перец и капуста, они более мягкие овощи, да, то есть им хватит буквально 5-10 минут, да. И, допустим, тот же порей, фасоль и горошек, они варятся буквально в течение 5-7 минут. То есть мы таким образом избегаем превращения супа в кашу? Да, да, в пюре. Да, Артем, весна на улице. Весна в тарелке.